Роман, ну з яким настроєм готуєтесь до наступного матчу? Ти йдеш серед лідерів, бомбардирів команди. Які відчуття, ну, який настрій зараз перед грою з Семенівкою? Ну, осадочок після прошлої гри залишився. Все-таки на домашньому стадіоні прийшли наші болельщики, рідні, друзі, близькі поприходили. Ми без зуба, я вважаю, програли 3-1. Нас команда переіграла тактично. Ну, чому-то так случилось, що ця команда дуже неуступчива. Вроді би виділити особо у них та й нечого. Ну, то есть не сказал бы, что суперкоманда несется. Ну, вот просто они тактически переиграли. Вот. То, что я там в лидерах бомбардирской гонки, это никто на это не смотрит. Главное, чтобы команда выигрывала, молодежь развивалась и вообще, чтобы выходил на поле, играл, получал эти минуты игровые. Вот что самое главное. Ну, ты себе до молоді відносишь? Себе. Это такой интересный. Вообще, да, конечно, молодежь, я еще... Ого-го, я їх там, ну, старше некоторых там на 3-4 года, некоторых чуть больше, ну, это такое дело. Вообще, да, еще я, в принципе, молодой, ну, немножко какая-то душа ветерана какая-то присутствует. Нотка ветерана, не душа, так, нотка ветерана присутствует, я бы так сказал. Можливо, ця нотка і допомагає забивати м'ячі, там вже відчуваєш досвід? Да, возможно, это играет на руку. Какие-то моменты, те, что я там был в первых командах, поиграл, видел, как взрослые нападающие эти моменты решают на том уровне, в тот период времени, когда я еще был, как сейчас ребята в нашей команде, в таком возрасте я не мог их решить, а сейчас, допустим, более ментально окреп, и это, конечно, помогает мне. Ну, с чем пов'язане голевое чуття, не втратив ще, так? Забиваешь, приносишь там результат команде? Ну, потому что... В форме нахожусь, ну, достаточно такой, ну, понятно, что не так, как раньше, но тренировки, и плюс я себя не запускал, когда там не было этой команды, я поддерживал там форму на чемпионате Кременчука играл, то есть и тренировался сам, в сфере спорта же работаю, в конце концов. Вот, поэтому, ну, то есть, а футбол, если ты научился играть, ну, до какого-то уровня, оно у тебя и останется, это как кататься на велосипеде. Ну, и прихід нового тренера. Чи знаєш його? Знаю, да, конечно, тренера знаю. Пересекался с ним один раз, когда пробовал свои силы в другой команде, где он был главным тренером. Ну и играл против команд, которые он тренировал. Да, у него команды всегда были на уровне, но то есть они всегда были неуступчивые. Что касается его прихода в наш коллектив, это покажет только время и результаты команды. Ничего пока не могу сказать, первая тренировка. Будем работать и посмотрим потом на выходе, что будет с этого. Ну, можливо, більш відповідально будуть грати гравці, що вже три тренери будуть спостерігати за грою. Ну, куда еще более ответственно. И так, ну, у нас уже скоро будет на каждого футболиста по тренеру. Ну, уже так. У нас и в составе команды есть детские тренера, и три тренера в штабе. Ну, понятное дело, что и так уже ответственность куда еще больше, так скажем. Ну, досвід повинен, да, Сергія Свистуна допомогти, можливо, щось нове там принесе в команду чи ні? Конечно, принесет и тактически принесет, я думаю, поможет, какие-то коррективы внесет, особенно после последней игры, по последней игре, ну, я думаю, он посмотрит с Анатоличем, со Станиславовичем, посмотрит эту игру и, конечно, укажет на ошибки, и в следующей игре уже перестроимся, я думаю, все будет хорошо, и он нам поможет очень сильно.